Хай, всем привет! Я Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В этом мастер-классе я вам покажу, как сделать косметичку своими руками. В одном из мастер-классов я уже показывала, как сделать косметичку. Была у меня вот такая вот. Она сделана из джинсовой ткани, закрывается на молнию, и в ней есть вот такие вот замечательные чудесные кармашки, куда можно положить всякую всячину. Но одна из моих подписчиц просила показать мастер-класс, как сделать косметичку без молнии. И, конечно же, я вам покажу, как сделать косметичку без молнии. Будет закрываться она вот на такую вот липучку. Конечно же, можно сделать и кнопку, и пуговицу, все что угодно. Но в этом мастер-классе мы сделаем именно на липучке. Все мои косметички делаются быстро. Я думаю, даже самый неопытный человек, новичок в этом деле, он может повторить и сделать косметичку для себя. В этом уроке я максимально упростила пошив данной косметички. Поэтому получилось очень легко, и в то же время косметичка наша получилась вместительная. У нее есть отдельчики, отделы для всякой всячины. Посмотрите, сколько здесь места. Ну и закрывается не на молнию. Косметичка очень устойчивая, потому что у нее есть вот такое вот донышко, да, то есть ее можно спокойно поставить. И если даже как-то по-другому ее, ну то есть в другом варианте ее исполнить, ее можно использовать как сумочка. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь, иначе вы пропустите очень много интересного. И нажмите на колокольчик, чтобы получать мои видео и мастер-класс самыми первыми. Ну а я с вами не прощаюсь, смотрите дальше. И делайте такую косметичку вместе со мной. Сегодня мы будем делать косметичку. Для работы нам понадобится одна деталь размером 38 сантиметров на 23 сантиметра из основной ткани. Будет у нас синтепончик. Вы можете приклеить уплотнитель, если у вас имеется. Либо просто взять, вот соединить синтепон с основной тканью. И плюс еще подкладка, точно такого же размера. И вторая деталь, она будет равна 23 сантиметра на 28 сантиметров. Значит, это будет выглядеть вот таким вот образом. Косметичка так будет наша выглядеть. И закрываться она будет просто на липучку. Я думаю, этого будет достаточно. Если захотите, можете пришить пуговицу, либо поставить кнопку. Синтепончик я соединила. Вы, если уплотнитель используете, то обязательно приклейте его. Так, теперь мы берем, складываем две наши ткани лицом к лицу. Закрепляем булавочками. Хорошенечко все распределяем. И скрепляем, то есть прокладываем строчку, оставляя небольшое отверстие, чтобы мы потом могли вывернуть. И со второй нашей деталью мы сделаем то же самое. Так, ну вот смотрите, что у меня получилось. Я соединила две детали, оставила здесь отверстие, чтобы вывернуть. Теперь нам нужно подрезать все наши уголки. Возьмем ножницы и подрезаем. И где-то, может быть, уходим даже вот так вот. Так. Подрезаю. Здесь у меня даже ткань припуск чуть подрежу. И на этой детали мы сделаем то же самое. Вот отверстие у нас осталось, и теперь мы подрежем припуски.
А вот в этом месте, где у нас остались закругления, нам здесь нужно сделать надсечки. Теперь давайте будем выворачивать. Выправляем все наши уголочки, чтобы они у нас были остренькие, а там, где надо, уголки, чтобы наши были закругленные. Смотрите, дальше наша будет косметичка выглядеть вот так вот. Закрываться вот такая крышечка. Ой, такая мягенькая получилась. А чтобы верхние края нашей косметички были красивыми, ровными, давайте проложим отделочную строчку по ним. Но для этого край нужно закрепить. Я возьму, вот так вот закреплю булавками, чтобы у нас был ровный край. Второй край с закругленными краями мы пока не трогаем, то есть мы его оставляем. Теперь мы возьмем, сложим две наши ткани лицом к лицу, чтобы вот этот вот край с закругленными краями, чтобы он оставался у нас там. А эти две детали мы сложим. Теперь возьмем линейку и отступим здесь от края 4 сантиметра, 10 сантиметров, и вычертим вот такую вот линию. Теперь по этой линии, нам надо прострочить строчку. Закрепим две наши ткани между собой. И прокладываем строчку. Так мы проложили строчки. И когда мы сложим вот эту деталь и вот эту пополам, у нас здесь образовывается вот такой вот кармашек. Теперь нам нужно соединить эти две детали. Вот эту вот мы соединяем друг с другом пополам. Вот они. Тут прокладываем строчку. И с этой стороны. А с этой стороны у нас еще осталось незакрытый шов. Мы его сразу же с вами и закроем. В один шов.
Видите, как получается? Теперь здесь делаем то же самое. Теперь мы здесь складываем пополам. Соединяя вот эти две детали. Вот мы их соединяем. А дальше можем проложить отделочную строчку и потом вернуться сюда. Вот здесь вот я сделаю закрепку. Опять делаем закрепку. Ну вот такая косметичка у нас получилась. Есть кармашек. Внутри вот такие вот вместительные большие кармашки. Можно сделать вот такие вот уголочки косметички. Тогда она будет более устойчивая. А можно оставить вот так. Напишите в комментарии, какой больше вариант в данной косметичке вам понравился. То есть, хотели бы вы оставить уголочки, вот такие остренькие, либо сделать вот такой вариант. Обязательно напишите. Ну а как сделать этот вариант? Просто берете, выворачиваете, хорошенечко выпрямляем. И вот здесь вот прокладываем строчку. Так вот эти уголочки выглядят, когда мы их прострочили. Так, когда вывернули, это будет вот так. Теперь у нас осталось сделать, чтобы наша косметичка закрывалась. А если вы хотите, чтобы у вас здесь была кнопка, да, то это нужно было делать до пришивание подкладки, то есть до этого момента нужно было пришить кнопку, приделать кнопку. Здесь то же самое. Я сделаю просто вот на липучке, то есть я ее возьму, приклею с одной стороны и сюда приклею, и у меня будет таким образом закрываться моя косметичка. Вот и готова наша косметичка. Получилась она очень вместительная, у нее есть кармашки, куда можно положить всякой всячины, и туда очень-очень много чего поместится. Эту косметичку я сделала без молнии, как и просила моя подписчица, и старалась ее максимально упростить, чтобы ее мог сшить каждый и порадовать себя такой замечательной красотой. Ну, а если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Здесь будет очень много интересных и полезных мастер-классов. Пишите свои комментарии. С вами была Светлана Гаспарович. До новых встреч, друзья. Пока-пока.